Всем доброго времени суток, уважаемые, а также подписчики и гости моего канала. И вот сегодняшним погожим утром я решил совершить первую рыбалку на нашей реке Амур. Ну, это вернее не река Амур, это протока. Но тем не менее, решил выехать. Вчера специально проехал, посмотрел, смотрю, что можно подъехать на машине. Снега в этом году было не так уж много и не так уж мало, среднее. Весна ранняя, с каждым годом все природа, метаморфоз природы меняется все раньше и раньше. И видно, что воды практически нет. Ну как ее нет? Вода, она, конечно, очень маленькая. Обычно она вот до самого, ну, до берега до туда доходит. На горную рыбалку я сезон открыл, а вот это вот будет уже открытие на Амуре, можно так вот выразиться. Воды практически нет, малое течение такое, потому что мало воды, вода холодная. Это говорит о том, что для реки Амур это шансов поймать рыбы практически сводится к нулю, да, за каким-нибудь случаем. Но ехал я больше не за этим, а попробовать свой новый спиннинг, тиро-прототип. Конечно, бы хотелось бы на него что-то подержать, хотя бы, ну, в районе 3-4 килограмма, ну, 5 килограмм, чтобы понять, как он будет работать, ну хотя бы оценить его бросковое качество, ну и все такое вот. Погода хорошая, сейчас созванивался со своим другом Витьком. Витек, тебе, братишка, привет. Он сейчас тоже идет там на затон у себя по месту проживания. Я с ним созвонился, говорю, я еду, он говорит, а я, говорит, иду. Я говорю, ну вот как раз мы вместе и попробуем, как бы сказать, только он там, я здесь, одновременно мы в реальном масштабе времени находимся на речке. Ну, взял я тут много всего, понабрал, охота даже и два спиннинга попробовать. Но так как тиро-прототип шел без тубуса, пришлось я воспользоваться своим старым, уже потрепанным тубусом от Блэкхола, от Конквеста. Наезжал на него уже машиной, вот они, видно, что ребро идет. Тем не менее, спиннинги все остались целы, он уже весь задрыпанный такой. Все уже, видите, поотлетело, чем хорош. Тубус от Блэкхола очень качественный, и в него влазит даже целых два спиннинга. Вот у меня один селфи или селфи Харти Райс, тоже его еще в этом году не пробовал. Ездил я на одну рыбалку на горную речку, опробовал Фокс Рэш Терминатор, но видео не снимал, там было все очень весело, было не до видео. И вот видите, прям вошло в этот тубус два спиннинга и тиро прототип и Харти Райс селфи безо всяких проблем. Вот. Ну, для него, конечно, я подобрал элитную катушку для тира. Сегодня я буду рыбачить Стеллой в размере 2510 года. Я считаю, что вот эти вот модели катушек Стелла это одни из самых удачных моделей Шимана вот этих вот лет 2010 года. Намотал как раз шнур тоже, про который я снимал видео. Эва, попробовать, что такое за гладкий, тоненький, скользкий шнурок. Чтобы был хорошенький заброс, чтобы как бы оценить уже все качества данного спиннинга. И сейчас я, конечно, сниму и покажу. Ну и скажу, конечно, свои личные ощущения. Как это все будет выглядеть и насколько это мне все понравится. Приманок всевозможное множество. Может быть, и размотаю силфи или селфи Харти Райса. Тоже посмотреть, как он себя поведет. Чтобы просто посмотреть его брусковое качество. Как он будет работать с приманками. Так, что тут у нас? Буду на воде сколько душе угодно, сколько меня влезет, пока не надоест. Вот. Ну и собираю спиннинг. Так, ну вот, снарядил я свой спиннинг. Поставил космастер 12-граммовый. Чтобы сразу же понять, что к чему.
В принципе, Космастер это у нас на Дальнем Востоке для реки Амур. Это стандартная такая самая приманочка. Да? Как раз она и дальнобойная, чтобы понять. Ну и вот сейчас тот самый исторический момент. Совершаю первый заброс. Даже толком не понял, куда он улетел. Ветер, как видно, сразу же мухой начинает подниматься. Это всегда так, когда начинается день, на Амуре всегда поднимается ветер. Вот сейчас проверим его космическую чуйку. Ложу палец на бланке и попробую Космастер провести традиционно по дну. Видно, что вот, видите, его просто течением несет. Кончик спиннинга гнется, показывая, да, что приманку просто несет и катится она по камням. Кончик гнется, но вот в руку я ощущений практически нифига не чувствую. Ну, чуть-чуть что-то как скрипежет. Вот видно, что ее несет, она катится, кончик отыгрывает. А приманку, чтобы вот как-то в руке не чувствую. Про какую тут космическую чуйку говорит, я вот пока не понял. Я сразу же специально кинул, положил приманку на дно, чтобы понять, как она будет отбиваться по дну. Вот он натягивается шнур. Вот кончик. Видите, вот он кончик бьется, смотрите. Видите, вот изгибается. Эта приманка катится по дну. В руку я очень слабо чувствую. Хотя я кинул не очень так далеко. Что, в принципе, заброс мне тоже не очень восхитил. Игру Космастера я тоже плохо чувствую. Обычно, когда Космастер заводишь в рабочую блесну, ну, в рабочую зону, любую колебалку, ее нужно заводить в рабочую зону, когда ее максимально оптимальная игра делается, вот когда она сбоку на бок прям отбивает, колеблется, это прям чувствуется и на кончике, и в руку. Здесь это я еще даже не чувствую, как он даже толком играет. Вот он идет, уже близко у воды, вот он. Он даже вот так вот не чувствуется. Вот я его даже провожу. Он сбоку на бок переваливается в рабочей зоне. Ну, не знаю. Сейчас посильнее кину. Опять не видно нифига. Да, чуть-чуть чувствуется, что вот Космастер колеблется. Какие-то препятствия. Но очень глухо. Насчет того, что спиннинг сугубо джиговый, судя по Космастеру, как я его ложил на дно и как отыгрывает кончик, что-то я шибко джигового в нем тоже ничего не увидел. Наверное, он все-таки по факту получается больше к универсальный такой строй, универсал, чем он на самом деле джиговый. Видно, выкидывает. Куда? Ну, у нас есть и джиг. Мы сейчас поставим джиг и посмотрим, как он будет работать на джиге. Это мы, не просто будут голые слова. Это сейчас все нужно будет показать и на джиг головке. Так, 16 грамм. Вот джиг-головочка 16 грамм, думаю, неплохой вес. С тестом от 4, я думаю, 16 грамм должен хоть как-то что-то показать, да, в этом диапазоне. Да, полет вроде
еще даже веселей. Вот это да, сейчас он уже кинул 16 грамм, он же головку почему-то лучше, чем космастера 12 граммового. И спиннинг почувствовал, что нагрузился, выстрелил как лук. Сразу же вот были другие ощущения на этих 16 грамм джига. Глубина маленькая. Трудно его подбросить как-то, чтобы видно было. Я 2-3 оборота делаю, и он сразу же почти по дну волочится. Ну вот эту же головку я, честно сказать, 16-граммовую чувствую очень даже неплохо. Вот она ложится на дно. Оп, отыграла. Видно? Да, видно. Прям четко кончик отыгрывает. Вот она встает, смотрите. Оп. Оп, и стук я прям чувствую в руку. Да, вот 16 грамм. Совсем другая тема. Удивительно. Удивительно. Стоило увеличить вес, и сразу же другие ощущения, и по чуйке, и сразу же по забросу. Да, неплохой такой вылет. Ого. Мне даже заинтересовало померить, насколько он выкидывает метраж. В принципе, по берегу я могу кинуть эту джиголовку 16-граммовую, именно без твистера, да? И измерить это примерно, да, сколько это будет в метрах. Потому что вот он прям поменялся на 180 градусов свое поведение с увеличением веса. Оп, отыграл. Вот тут ямка видна. Тык. Вот он нагрузил. Тык, кончик поднялся. Вот он. Тык. Я прям вот это слово тык говорю, когда вот в руке прям тактильное ощущение. Да. Фу, как все быстро меняется. Ну, давайте померяем, насколько он кинет по берегу. Сейчас я сниму вот этот твистерок. У меня в машине должна быть рулетка. Я просто замерю расстояние по берегу, да, как бы, этой рулеткой. Поставлю какие-то камушки и проведу уважаемый эксперимент. И кину вот головки с разным весом, насколько он ее интересно выкинет. Самому стало интересно по этому вопросу. Вот я взял вот такую вот рулеточку, прочертил полосу, откуда я мерять. Ну, я думаю, там через каждые 10 метров я вот воткну какие-нибудь палочки. Вот этой полосы я буду бросать. И в принципе, сейчас мы отмерим. И примерно, там конечно будут ошибки какие-то. Там может десятки сантиметров, да, к примеру. Но это не так уж принципиально. В целом будет все понятно. Я думаю, сейчас мы вымерим это расстояние более-менее. Если даже в сумме на 30 или там на 40 метров будет погрешность каких-то там вот 5 метров. Сейчас мы его просто так протянем. Ну вот я на 30 метрах сейчас воткну вот такую вот палочку. Сорок. На 40 положу подушку, которая валялась на берегу. Ну, давайте до ледника уже до этого. На спорт интереса будет 60. Пять. Ну как хорошо.
70 практически на корягу. 70 метров. Ну и давайте для интереса кинем. Прямо даже с приманкой первый раз. Вот 16 грамм джиголовка, вот такой твистер небольшой с двойником, пристрелочный выброс сделаем. Где-то упало, где упало, идем смотреть. Шнур запарусил, идем в ледник, за ледник. Вот приманка за 70 метров, уважаемые. Вот тебе да, 70 метров был бросок, даже с копейками. Вот это 70 метров, ну давайте продлим тогда расстояние. Если он 70 метров 16 грамм выкинул, видите, 70 метров. Ну что ж, тогда сам Бог велел еще продлить черту. В принципе, джиг-головка с твистером — это не идеальный вариант для полета, да? То есть там пилькер или что-то еще полетит лучше, да? Как вот ловят наши рыболовы на море, они любят ловить пилькером, да? То есть... Шнур 0,17, по факту он, по-моему, 0,21 или 0,22 эва. Вот, сейчас еще сделаем забросик. Ну, ветер дует, выдувает петлю сильную. Но, тем не менее, какую бы петлю не выдувало, видели, я какой круг сделал. Тем не менее, приманка все равно, метраж отмерен. Сейчас кину ближе сюда. Вот, пойдем смотреть. Идем. Вот она. Ага. Вот приманка сама. Опять на то же самое расстояние положил, несмотря что я шнур подматывал как бы не в натяжку, да, все это понимают. От этого он и пошел так. Не в натяжку намотан. Вот до этого камешка. Сейчас мы померяем. Расстояние. Ну, не буду фигней заниматься. 73 метра. Это еще даже урезал в меньшую сторону, по факту. Вот так вот получилось. И да, стабильно. Сейчас еще сделаем набросы. Отмерим еще дальше. Посмотрим. Вот 5 метров. Вот они 5 метров. Давайте до 80 продлим. Это будет 80. 80 метров. 80 метров. Сейчас кинем. Дует боковой ветер туда. Шнур вот так вот выдувает. В принципе, может встать вот чуть-чуть правее к воде тоже. Напротив полосы, которую я прочертил. Вернее, вдоль полосы. Все, лег. Идем смотреть. Так, где? Приманка вот в воде. Вот она. Ну, 75 плюс метр, 76 метров. Заброс был 76 метров. Сейчас попробую еще раз, спиннинг нагружу еще сильнее. Просто надо учитывать момент,
что я этим спиннингом держу его буквально столько времени, сколько вы, уважаемые, видите на видео, вот столько вот я им и кидаю. То есть я к нему еще не приспособился, не почувствовал. Говорю вам свои первые ощущения. Они сначала одни, потом меняются в одну сторону. В процессе рыбалки они могут поменяться в третью сторону. Потому что вот происходит такое вот познавание спиннинга прямо на ходу. Ну, 75 метров для 16 грамм с твистером. Я думаю, это все-таки неплохо. Вот в данный момент я сейчас поменял приманочку на 18 грамм. Я не знаю, будет видно, не видно. Вот на ней 18 грамм. Сейчас попробуем. Точно такой же твистер, точно такой же двойник. Все то же самое, только 18 грамм. Все, легла. Идем смотрим. Так. Ищем. Ищем. 70 метров. Вот она у нас в воде. Вот напротив ее стою. Вытаскиваю. Ну что? Это, я думаю, тут без двух метров, 80 метров практически. Где-то 78 метров заброс был. 78 метров. Видно, да? Что все-таки прогресс растет. Я приманку повысил на 2 грамма. А заброс все-таки, ну, прогрессия выросла. То есть почти до 80 метров я забросил 18 грамм с реальным твистером, с двойником. 78 метров, это не так уж плохо. Для 18 грамм с парусящей приманкой твистер. Очень даже ничего. Сейчас мы еще разок кинем этой приманочкой. Может, все-таки мне удастся кинуть на 80 метров. Шнур по факту где-то 0,21. Точно посмотрите видео, там Эва шнур. Все, идем смотреть. Так. Вот приманка. Вот. Вот наша уважаемая отметка 80 метров плюс метр. 81 метр. Вот сами решайте, хорошо или плохо, да? Ну, вот такой вот приманкой 18 грамм. Вот такой вот есть. Я кинул на 81 метр. Вот можно посмотреть расстояние до машины. Это вот как раз практически вот то расстояние, да? На которое произошел заброс. Видно, что увеличили приманку с 16, да, грамм до 18. Разница 2 грамма. И прирост у нас получился в районе, скажем так, 8 метров. Да? То есть из-за 2 грамм сразу же заброс вырос на 8 метров. Да? Ну, 81 метр тоже неплохо для твистера. Я думаю, пилькер это будет как раз те 100 метров, о чем мечтают дальневосточные рыболовы при ловле с берега Верхогляда. Но это, конечно, не я об этом мечтаю. Просто вот, опять же, Витек, тебе привет. Я с ним общаюсь, он говорит, это очень важно, пилькер на 18 грамм с берега впулить на 100 метров и дальше. Это гарантия, что вот ты можешь достать Верхогляда, да, на том расстоянии, на котором он стоит от берега, да. То есть, вот я думаю, это как раз будет бросучий спилькер 20 грамм, да. Наверное, как раз те 100 метров для этого спиннинга.
Ну, можно попробовать еще для интереса увеличить вес, если он у меня, конечно, есть. 18, 16, нихера, короче, 14. Да, 20-граммовой джиг-головки у меня вот, уважаемые, не нашлось. Вот. Ну и давайте все-таки вернемся к Кастмастеру 12 грамм. Насколько он выкинет Кастмастер в 12 грамм. Вот. Веса точные, потому что вот я наскреб прямо на Кастмастере 12 грамм. Я повесил его на весах, да. И на Кастмастерах я просто вот как бы, ну, чиркаю, да, острым предметом, чтобы написать на них ихний истинный вес. Так, ну вот, к старту готов наш 12-граммовый Кастмастер. И вот мы его сейчас обязательно кинем. Вот. Все, идем смотреть. То-то было. Это было тоже без 2 метров 80 метров. Вот они, 70 метров коряга лежит. Вот отметка. 80 метров, ну тут 2 метра. 78 метров. Нифига себе. Мне что-то показалось, что он фиговасто летит. 78 метров, 12-граммовый Кастмастер. Удивляет. Удивляет. У меня спиннинг. 78 метров. 12-граммовый Кастмастер. Сейчас проведем еще один эксперимент. Я думаю, он будет интересен любителям дальневосточной рыбалки на Амуре. Они ловят пилькерами. Вот пилькера у меня нет. У меня есть вот такая блесна трофи. Она что-то очень напоминает и похожа на Кастмастер. И вот сейчас мы попробуем кинуть по длине и посмотреть, а вот через каждые 10 метров сделал метки по длине берега. И посмотреть, сколько вот это вот трофи 16-граммовый. 16-граммовый трофи у нас полетит на какую длину. Давайте посмотрим. Все, вылетел. Идем смотреть. Вот наше бревно 70 метров лежит. Вот отметка 80 метров. Мы проходим дальше. Так, где она у нас? Возвращаемся. Вот она. То есть, ну вот расстояние 78 метров. Вот, 78 метров выкинулась у меня данная блесна в 16 грамм. Похожая на пилькер. Ну давайте еще раз повторим для надежности эксперимента. Вот пришел я на исходную. И сейчас еще сделаю заброс 16-граммовой блесной трофи. Все, идем смотреть. Вот отметка 80 метров. Возвращаемся. Вот приманка. Вот как раз на черте 80 метров. Вот черта 80 метров. Вот коряга 70 метров. То есть вот заброс 16-граммовой блесной трофи, похожей на пилькер. 16 грамм, летит 80 метров. Ну давайте сделаем еще третий заброс. Вот подошел на исходную и сделаем третий заброс 16-граммовой блесны трофи.
все. Идем смотреть. Приманка в воде. Вот она. Легла. Да, вот она. Ну, опять те же самые. Видите, та же самая отметка 80 метров. Первый заброс 78 метров. Второй, третий заброс 80 метров. Вот такой результат 16-граммовой блесной трофи на спиннинге тира прототип. Тест 4.24, длина 2.55. И катушка Stella 2.500. Шнур где-то 0.21 по факту. Но считаю, 80 метров это неплохой результат для любителей кидания пилькера с берега, для дальневосточных рыболовов. Как раз тест 4.24. Я думаю, как раз вот такими пилькерами. Хотя пилькер может быть и дальше полетит, я не знаю, чем трофи. Но трофи она тоже похожа на пилькер. Сейчас подмотаю поближе. Вот моя стартовая площадка. Опять боковой ветер выдувает в бок. И идем смотреть. Ветер порывами. То есть, то нет. Вот отметка 50 метров. Это еще коряшка зацепилась. А вот и блесна. Ага, вот она прям под ногами. Ну вот, это 50 метров. Вот, это вот у меня полоса 55, ну тут метр. Ну вот, пожалуйста, 54 метра. Вот заброс 54 метра. Карабинчик тут перехлестнулся. Все с карабинчиком. На подшипниках полностью реальные боевые условия. 54 метра 7-граммовая блесна. Вполне не дурно. Вот машина, откуда я кидал. Можете визуально посмотреть, уважаемые, что действительно расстояние не короткое. Ну, третий раз уже можно не кидать. Понятно, что можно кинуть до 55 метров вот эту 7-граммовочку. Я, кстати, вроде такую Гене Кузьменко отсылал. Гена, тебе привет от меня, если смотришь видео. Я тебе такую вот блесенку посылал, 7-граммовую, с перламутром. Так что Гена четко понимает, что я кидаю на эти 54 метра. Вот, набегался с этими тестами, забросами. Решил маленько хоть отвести душу и порыбачить. Видно, что вот блесна завелась, колебалочка. Видите, кончик спиннинга дрожит. Блесна у нас зашла в рабочий режим. Колеблется, и каждое колебание передается на кончик. Но вот рукой чувствуется плохо, только кончиком. Так что вот я про что и говорю, что вот если сравнивать с блэкхолом Magic Breeze, который у меня лососевый, там такую блесну ведешь, и там помимо того, что кончик отрабатывает, ты вот самой еще рукой чувствуешь вот эти колебания. Здесь он больше чуйка идет на кончик, чем в саму руку отдает. Ну вот, только собрался уезжать, и сразу же погода такая штильная, ветер сразу же исчезает, видите? Сразу же и ветер типа подзатух. Так всегда бывает. Но я сегодня, конечно, накидался. Попробовал тест спиннинга в длину. Порыбачил я им мало, в принципе. Но я думаю, это мы еще увидим, как он будет работать на рыбе, как он будет работать на чуйке. Чуйка мне пока его не очень понравилась. Я еще кидал разные блесны, на видео не снимал. Смотрел, как он их колебания отслеживает. Кончик отслеживает, в руку толком ничего не чувствуется.
но заметил, что уже на более высоких весах, скажем так, наверное, от 10 грамм уже начинаю чувствовать колебания блесны в руку. То есть, хотя его тест от 4 до 24, да, то есть на малых весах он как бы так не очень чувствительный. Ну а по забросу, я думаю, вы, уважаемые, все видели сами, тут говорить ничего не надо. Бросковые характеристики мне этого спиннинга вполне даже понравились. Вот, видно, что там еще пришел. Приехал еще один рыболов покидать. Это, наверное, он будет ловить не на спиннинг, а на закидушку. Сейчас как раз пойдут наши чебаки. Сейчас идет ловля чебака. Сейчас для чебака самый сенокос. Он должен сейчас подниматься и клевать, как напуганный. Да, видно, он ставит спиннинг на землю. Будет ждать поклевки. Вот, а мое видео на этом подходит к концу, уважаемые. Всем, кому понравилось, ставьте палец вверх. Подписывайтесь на мой канал. До свидания. До новых встреч.